Здравствуйте, дорогие наши подписчики и просто те, кого интересует жизнь в Испании. Сегодня мы находимся на центральной площади города Ла-Мата, в городе Тарифехе. И сегодня здесь проходит праздник, День Святого Антония. В Тарифехе вот уже 14-й год существует своя традиция празднования Дня Святого Антония. Вы видите огромную очередь из желающих попробовать свинину. В этот день раздадут до 600 килограмм свежей свинины всем желающим, а также зелень, хлеб, лук. Люди сами смогут жарить свои отбивные по своему вкусу на многочисленных заранее приготовленных и установленных повсюду мангалах. Также все желающие приносят с собой столы и стулья, раздают бесплатно вино в любом количестве и всем желающим пиво. Así que nada, vamos a hacer la entrega que nos hemos quedado el tercer jamón que le ha tocado a Pedro, que según me comentaba es la segunda vez que le toca. Ya estos años atrás le volvió a tocar otra vez el jamón. Несмотря на то, что очередь очень большая, она продвигается достаточно быстро. Чудесные ароматы по берегу проходят. Некоторые местные магазины также бесплатно предоставляют участникам фиесты продукты и напитки для этой народной трапезы. Люди, совершенно незнакомые друг другу, вместе жарят мясо, кушают, выпивают вино. Так проходит праздник в Испании. Esa no es de ahí. Joder, ¿cómo está la cosa? A esperar la cola. Запахи просто сногсшибательные. Aquí. Venga. Также на площади установлены детские аттракционы, чтобы детям было не скучно. Стоимость аттракциона стоит 1 евро. Субтитры сделал DimaTorzok.